Так, доброе время суток, уважаемые зрители. У нас очередная миссия номер... Раз, два, три. Так, и у нас так, база Спектр. Ту-ту-ту-ту-ту. Раз, два, три, четвертая. Извиняюсь. Четвертая миссия у нас. Поехали. Мирно. Спасибо, командир Мейсон. Взгляните на этого красавца. Тянь Чжао по кличке Председатель, лидер китайских военных и командующий войсками коалиции сил самообороны. Этот засранец действует жестко, даже с китайским правительством. Они контролируют его не больше, чем мы. Эта кошка гуляет сама по себе. Нехорошо. Председатель Чжао выкручивает России яйца по полной. Команда. Если Россия сломается и примкнет к силам самообороны, это будет крупнейшая армия на планете. Именно этого и добивается Менендес. Натравливает сверхдержавы друг на друга. Сейчас и Иран, и Индия. О, это правильно. Китай плюс Россия, гайки Америки. Надо вмешаться. Ну и Индия тоже. Туда же. Это будет уже. Первый удар застал нас врасплох и повредил нашу основную систему обороны. Мы сдержали натиск, но наш полк практически истреблен. Долго мы командор не продержимся. Командор Кинг. Это силы самообороны, командор? Спектр. На нас напали дроны из земли и из воздуха. БПР Спектр играет ключевую роль в защите северной границы Индии. Для быстрого реагирования придется отправлять десант. Главная задача противника – уничтожить сеть обороны, нейтрализовав генераторы и спутниковые установки. Если ему это удастся, мы не сможем помешать врагу проникнуть в центр управления. Если это произойдет, БПР «Спектр» падет, и путь в Индию будет открыт. БПР? Как расшифровывается БПР? Что-то с беспилотниками? Основная цель – выполнить... Три упражнения ударной группы по контролю и командованию. Цель 1 – пройти базовое обучение по командованию отрядом, пройти углубленное обучение по командованию отрядом. Цель 3 – завершить обучение по ведению боя и командованию. Супер. Обучение ударной группы. Вау. Камеры нашли, и сигнал хороший. Всем ждать приказа. Ладно, только в общем, пару системных. Спектр — это база обучения, убедимся, да. Что все работает, прежде чем приступать к делу. Проверка работоспособности управления Клау. Ждите. Вещание с камеры Клау включено. Красота. Вроде все нормально. Проверим еще сигнал с камер пехоты. Пехота под прямым управлением. Ретрансляция пехотного интерфейса подтверждена. Еще проверю работоспособность камеры турели. Связь с камерой на шлеме установлена. Управление турелью установлено. Сигнал от турели подтвержден. Проверка спутникового сигнала. Переключение на тактическую карту. Есть карта. Проведем пару тестов передвижения. Так, вижу внизу один турелька, три. Так, так, так. Ну, хватит. Переключение на дистанционное управление Клау. Переход Клау на позицию. Прекрасно. Ладно, проведем пару простых пехотных маневров. Пехота под прямым управлением. Переходим к указанному пункту.
Двигаемся дальше. Сюда надо. Ну ладно. Отлично. Отряды обыскивают территорию. Прекрасно. Еще раз проверим сигнал с камеры пехоты. Подтверждено. Сигнал отличный. Так, сбросим тестовый дрон в зону операции. И что делать с этим дроном? Ожидание упражнения дальней стрельбы. И еще раз проверю тактический вид. Выбранный отряд, ждите цель. В атаку. Открыть огонь по АСД. Всем перейти в атаку. Вот так вот даже. Установлено прямое управление Клау. Вражеский АСД уничтожен. Еще раз проверим пехотные маневры на всякий случай. Перейти к отметке. Пункт указан, выдвигаемся. Неплохо. И последний раз, все вместе. Переходим к указанному пункту. Пошли. Всем переместиться на позицию. Так, вроде все в порядке. Молодцы. Следующий раз. Не будет следующего раза. Защитить фабрику и ее основные узлы. Фабрика дронов. Спектр. Оборонительный пункт 1. Трансформатор. Оборонительный пункт 2. Градирня. В общем, две из трех потеряли и продули. Понятно. Как только все отряды приземлятся, установите защитный периметр. Такая мини-тактическая стратегия получается у нас. Вражеский транспорт прибудет через одну минуту. Все войска на земле. Установка периметра. Защитные двери функционируют благодаря антенне, трансформатору и градирне. Если обе позиции падут, противник получит доступ к центральному серверу. Так, а куда они будут атаковать-то нас? Кто бы знал. Лау переходит к указанной позиции. Так. Ведем огонь по вражеской пехоте. Подтверждаю, новые войска на готове. Вражеский
пытается уничтожить спутниковую антенну. Внимание, градирня под обстрелом. У нас раненые, запрашиваем немедленную эвакуацию. Градирня под обстрелом, отразите атаку противника. Градирня под угрозой, защитите ее. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Градирня под угрозой, защитите ее. Люди, человек, кровью истекает. Трансформатор под угрозой. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Открываем огонь по вражеским квадам. Защитите ее! Мы несем потери. Угроза ликвидирована. Вещание с камеры Клау включено. Орел ранен! Войска подкрепления приближаются. Градирня под обстрелом. Защитите ее! Орел ранен! Враг атакует спутниковую антенну. Враг атакует спутниковую антенну. Переход Клау на позицию. Вражеские солдаты. Переключение на дистанционное управление Клау. У нас раненые. Запрашиваем немедленную эвакуацию. Градирня под обстрелом. Защитите ее. Враг атакует трансформатор. Враг атакует спутниковую антенну. Трансформатор базы под обстрелом. Противник пытается уничтожить спутниковую антенну. Внимание, так, никого. Градирня под угрозой. Защитите ее. Открываем огонь по вражеским АСД. Уничтожьте АСД противника. Враг атакует. Подкрепления развернуты. Орлы на позиции. Градирня под обстрелом. Защитите ее. Градирня под обстрелом. Защитите ее. Противник атакует градирню. Спутниковая антенна под огнем врага. У нас раненые. Запрашиваем немедленную эвакуацию. Градирня под угрозой. Защитите ее. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Есть попадание. Угроза ликвидирована. Огонь по вражеским Клау. Градирня под обстрелом. Защитите ее. В яблочко. Атакует спутниковую антенну. Клау противника уничтожен. Показалось. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Так, не так. Атакует спутниковую антенну. Враг повредил трансформатор. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Ведем огонь по вражеским квадам. У нас раненые. Запрашиваем немедленную эвакуацию. Стреляйте по квадам. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Турель уничтожена. Ему конец. Вражеский квад нейтрализован. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Приближается вражеская пехота. Нейтрализовать противника. Спутниковая антенна под огнем врага. Клау переходит к указанному пункту. Уничтожен. Яблочко! Ведем огонь по вражеской пехоте. Ему конец. Тот человек кровью истекает. Градирня под обстрелом. Защитите ее. Враг атакует трансформатор. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Войска подкрепления приближаются. Открываем огонь по вражеской пехоте. Градирня под обстрелом. Защитите ее. Огонь по вражеским АСД. Угроза ликвидирована. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Мы потеряли градирню. Внимание, градирня под обстрелом. Огонь по вражеской пехоте. В яблочко.
противник пытается уничтожить спутниковую антенну. Ведем огонь по вражеской... Мы несем потери! Готов! Турель уничтожена! Враг атакует! Переходим к указанному пункту. Ему конец! Открываем огонь по вражеской пехоте! Приближается вражеская пехота. Нейтрализовать противника. Переходим к указанному пункту. Ведем огонь по вражеской пехоте. Где эта вражеская пехота? Ёлки-палки. Ведем огонь по вражеской пехоте! Враг уничтожен! Ведем огонь по вражеским квадам! Тут человек кровью истекает! Открываем огонь по вражеским квадам! Мы потеряли квад! Вражеские войска атакуют! Ведем огонь по вражеским квадам! Тут... Подтверждаю, новые войска на готове. Ух, и же эти квады. Уничтожить спутниковую антенну. Вражеские солдаты! Без антенны мы не сможем обеспечить ввод дополнительных войск. Защитите ее. Трансформатор базы под обстрелом. Враг атакует трансформатор. Враг атакует спутниковую антенну. У нас тут раненый. Защитные двери отключены. Враг проник внутрь. Защитные двери отключены. Заходите внутрь. Мы несем потери! У нас ранены! Запрашиваем немедленную эвакуацию! Войска подкрепления приближаются. Центральный сервер под угрозой. Уничтожьте вражеский ЭМИ-заряд. Раненый! Готов! Переходим на позицию для атаки пехоты. Есть попадание. У нас ранены. Запрашиваем немедленную эвакуацию. Подтверждаю, новые войска на готове. Приближается вражеская пехота. Нейтрализовать противника. Яблочко. Угроза ликвидирована. Ведем огонь по вражеской пехоте. Угроза ликвидирована. Раненый. Ух, не знаю, какая-то такая чехарда. Цель задания выполнена. Че я там успел, че не успел? Ну, вроде выполнил. Сумбурно очень было. Фух. Реально думал, по-моему, уже. Мы трансформатор потеряли. По-моему, время еще шло. Вставляй, Мейсон.
Да не, я бы такое в учебники не вставлял.